Круто. Я разъебал свой. Так, я уже захожу. А сколько человек на лайтах едет? Трое будет вас. Блин. Но мы сразу в кучу поедем. Мы на, с Альбертом. Ну, у вас свой зачет, а у нас свой. Да. Ну, один косяк, то что у вас точки торможения, у нас точки торможения раньше, и, вернее, позже мы можем в вас влететь. А мы все в респортовом, сзади стартуем в респи. Да. Так, ну что, ладно, поехали. Получается, у нас сейчас будет квалификационный заезд по 4 круга, без формейшенов, сразу старт. И нужно будет проехать один ротер круг, то есть там без разницы. В конце, в начале, а сколько заездов? Два квалификационных и один финал. То есть три за... кругов? Да, да, три заезда. Все будет по 4, но тоже по 4. Круга. Так, ну чё ж, поехали? Да, поехали. Так, с вас лайта вперед, спустим. Нет, лучше вас вперед, потому что вы быстрее стартуете, в нас уберетесь. А, хорошо. Мы в повороте единственное, быстрее. Но мы к тому времени, надеюсь, оторвемся. Вторая. А вдруг он не доедет? Я в туке да. был. Что, выстраиваться на старт? Сейчас я вас выстраиваю. Разогревочный. Не-не, не будет. Так, топливо подслить. Че, уже на старт можно выходить, да? Да. Я на гонку микрофон был трогал. Хорошо. Окей. Все, Илья, выходи. Так, Илья, ты где? Не-не-не, вот тут рядом с нами. Блин, вот поэтому не надо было все вместе. Блин, все. Не знаю, меня кто-то в бочину приехал капитально. Блин, она еще не поворачивает.
Блин. Я Альберта, по-моему, ликвидировал. Занятно. Так. 53. Вадим отомстил за Марат. 5. Ну да, я видел. Так, а чё это? Я тебя вынес, да? Я не хотел тебя разворачивать. Так, Марат. 108. 107. Альберт. У нас 5. 69. Альберт, ты тут сам меня въехал. 0, 4, 9, 3, 8. Так, это первый заезд, второй заезд. Так, Марат впереди, потом Альберт, потом Иван. Старт Кент. Опа. Блин. Ну мы там между собой с Альбертом устроили его. Ван, въехал сразу же. Не, я на самом-то деле все пользовались этим джокером. Да. Ну я просто его воспользовался, я пошел этим Альберта и. И его один раз проехать надо. Я один раз и проехал. Да, но просто Ваня это вовремя сделал прямо. Марат, а что ты не запускаешь сессию? О. Все, гонка. Я выставил всех как надо. Я сразу на первом круге поехал, потому что меня вынесли. Иван впереди. Ты второй. Илья третий. У нас тоже. С Альбертом я впереди. Вадим второй. Ух ты, ё, какие вы орущие. Альберт тренируется. О, красиво. Блин, на какую клавишу он назначал зеркала? Я тренил в суперкарах. А, вот. Нашел. Эрик Флайт, но. Да, уже поздно. Альберт, не успеешь. Альберт. Он успел? Фальстарт у меня. Сорян. Он все равно больше угол ушел. Блин, у Марата. Я вас пропущу.
пиковый старт. Подожди, ты сейчас ты сможешь быстрее меня проехать, и будешь стартовать впереди. Не, в следующий раз так не делай, я за тебя фальстартанул. А что он сделал? Вместо тормоза сцепления нажал тормоз и поехал. Потому что Альберт сзади меня стоял. Так я не пойму, мне красное в углу высвечивается, ко мне пенальти или? Нет, это Альберту. Мне. Так, а где мои соперники вообще? Далеко? Сейчас нас тупо дисклонем после 3-3 кругов. Ну нет! Блин. Я тут ушатался. Мы с Альбертом нашли питлейн. Ну да, он там прямо. Есть, довез. Красавчик. Джокер порешал. У нас открытом они приключения. Так. Марат, один. Кстати, у тебя лучший круг. Не знаю, 5 минут. Ну ладно. Так, спадим. Там 58, 470. Марат, ты как умудрился на кухню? Хер его знат, не знаю. А, я ж проехал мимо, да, точно, точно. Так, 4. Ван 0,3 98 21 84. У меня 20, короче, плюс один круг у меня. Я там не так проехал. Так, ну все, финал. Да, давай. Альберт не улучшил,
мое квалификационное время, так что я стартую первый. Тут время главное. Да. Сейчас скажу, у тебя первая квалификация была 3.55. Да второй, по-моему. А второй квалификационный никто даже близко не подъехал. 3.58 у Вадима первого места. Так что ты стартуешь первый, Вадим второй. Я третий. Ой, блядь. Заговорили вы меня. Ладно, я первый, а стартую с самого правого. Ну вообще ты третий, потому что первые два места суперкары заняли. Марат, вармап. Да, я знаю. Ну чё, Альберт, погнали? Ты сейчас не это, таким не занимайся, а то я опять нажму тормоз истребления. Я тоже топ ангол получил, я-то думал, меня вернёт на место. А-а-а. В смысле, гонка стартовала, мне сказали. Споттер. Не торопись. Так, рядом со мной, кто у нас, Илья Казаков? Илья Казаков сзади. С тобой Иван. Главное, чтобы мне в бочину никто не засадил. Да, еп. Марат, сорян. Да поворачивай ты. Я, у меня что, руль внезапно 900 градусов стал? Да, у меня 900 градусов руль стал. Блин.
видите, реальный дрифт получается какой-то. Это жопа. У Альберта вообще машина не машина. Ай. Записал, что я первый. Да, ты все, ты выиграл. Красавчик. Что там по очкам? Сейчас буду считать. Альберт, а что у тебя случилось? Я в один стену убрал на первом же круге. А ну-ка, сейчас я посмотрю. Да, там сам виноват. Ты, по-моему, ушел в песок, оттуда возвращался, и я тебя снес, да? Было интересно, прям на первом повороте, Вадим, меня, бам. Не, я тебя не задел там. О, Инга, привет. Привет! Привет, привет. Тут строили мертвособочек маленький. Прям. Сейчас домашние заезды. Марат, а в первом повороте что у меня с тобой было? Да, это я. Ты что ли меня въехал? Нет. Это там у тебя Иван был, и я вас всех обогнал так, аккуратно, пропустив. Меня кто-то въехал, я заезжал в город. Меня приезжали. Типа, тебе то ли Илья, то ли Иван, кто-то из них. Ты между ними был. Нет, там прямо в первом повороте, скорее всего, Альберт меня поджал. Посмотрим. Да я там тактически, короче, ходил, я тебе начал прикрывать, короче. И тут такой... И закрыл. Да. Потом мне пришлось отрываться. То есть наоборот догонять. Так. Запускаем. Следующая трасса будет Маджора. Она и еще интереснее. О! Я знаю. Там будет жопа, мы же тесты с Димой Смирновым проводили. Круто, круто. Может, такую фан-гонку еще проедем? Просто заезд. Есть желающие? Нет, я уже не хочу. Я сейчас буду в Клио завершать, тихонько готовить чемпионат. Блин, сейчас с рулем зараза случилось. Хрена ли он 900-градусный стал? Неизвестно.
Не знаю, может, это у машин такие повреждения были, потому что я носом ткнулся в этот... в покрышке. И у меня резко хрена круг 900 градусов стал. Может быть. Вообще ни в один поворот не попадал.